Доброго времени суток, меня зовут Артем, я консультант магазина Alantour.ua, и сегодня я хочу вам рассказать о французской маске Джульба, модель Снайпер. Данная маска предназначена для людей, которые любят заниматься спортом, а именно беговыми лыжами, вот, и также биатлоном. Достоинство этой маски является то, что у данной маски нету корпуса, то есть отсутствует фактически каркас. И оно само собой представляет одну сплошную линзу. Данная линза выполнена в трех разных защитных категориях. Они все предназначены как средство индивидуальной защиты, а именно для того, чтобы защитить ваши глаза от погодных условий, а именно ветра, снега, возможно, дождя. Все линзы выполнены из высокопрочного поликарбоната с нанесением полиуретановой пленки. Данная линза изготавливается по специальной технологии. Для начала она вырезается, формуется и принимает форму вот такой вот дуги. После этого, только после этого, на нее наносится специальное покрытие, которое защищает ваши глаза от ультрафиолета и не дает этой маске запотевать. Теперь по линзам. Каждая линза имеет определенный уровень светопередачи, то есть пропускную способность света. Линза первой категории или обыкновенная маска имеет пропускную способность в 90%, является полностью прозрачной, имеет тоже покрытие полиуретановое и просто защищает ваши глаза. Вторая линза – это линза второй категории, она является более затемненной, имеет светопропускную способность 30% и является линзой, которая будет добавлять контраста. То есть фактически эта линза создана для того, чтобы вы могли заниматься спортом в облачную погоду. И последняя линза, это линза третьей категории. У нее самая низкая пропускная способность света, она составляет 12%. Линза эта называется Spectron. Корпус данной маски является очень легким, он выполнен с применением минимального количества материалов. Имеет очень комфортную резинку, которая регулируется под любой размер, с нанесением специального, более мягкого материала по внутренней части. И, естественно, пластмассовую вставку, которая прикрыта поролоном для достижения максимального комфорта. Данная маска очень удобно сидит на голове, не закрывает обзор и имеет возможность откидывания. То есть для биатлонистов в момент проведения стрельб им будет очень удобна эта функция. Теперь я хотел бы рассказать вам о замене линз на маске Джульба Снайпер. Все происходит довольно-таки просто. Данная маска имеет три крепления. Крепления на защелках, если вы видите, всего их три. Одно центральное и два по бокам. Все происходит довольно-таки быстро и просто. Маска отщелкивается, сама линза. И на место ставится линза, которая вам удобна именно для определенных погодных условий. Мы взяли линзу третьей категории и вот мы ее установили. Все, нужно услышать три щелчка. Все, готово. Стоит также отметить комплектность данной маски. Помимо самой маски и трех дополнительных линз, в комплект входит еще и противоударный чехол, который защитит вашу маску от грязи, пыли и небольших механических повреждений, а именно падения, сколов и так далее и тому подобное. Все довольно-таки удобно, практично. Есть специальная поролоновая вставка с тремя разрезами, куда вставляются и две линзы, которые вы не используете, и сама маска с используемой на данный момент вами линзой. Вот в таком формате все устанавливается, складывается, закрывается и застегивается. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, заходите на сайт Alantour.ua и будем продолжать общение.